Time to go, Mr. Abazov. Ну все, пацаны, еду на родину. Хотя нет. На родину. Прикинь, когда я уезжал, курс бакса был 3000, а сейчас 17. Эй, пацан, далеко собрался? Я по объявлению. А вы здесь работаете? Типа того. Кто за это будет платить? Ты! Да, это не фраппе в Starbucks. Хорошая ты женщина, понимаешь? Хорошая. Не проститутка. С машиной все так дорого. И обрати внимание, мы не при делах. По закону работать нельзя. И не работать нельзя. Будешь тунеядцем.